Здравствуйте. Астрономы предупредили о новой опасности для жителей Земли. Конец света отодвигается. Напомним, в Европейском космическом агентстве предупредили, что существует шанс падения космического объекта под названием 2018XB4. Очень крупный астероид может войти в атмосферу Земли. Вероятность этого события 1 к 7 тысячам. Сейчас это небесное тело занимает 5-е место в списке самых опасных космических объектов. К слову, в прошлом году оно располагалось на 10-й позиции рейтинга. Диаметр космического объекта — 70 метров. По подсчетам специалистов, с которыми также согласны ученые НАСА, катастрофа может случиться в 2092 году. Второй реальной угрозой для существования нашей планеты считается астероид с названием Апофис с диаметром 400 метров. Ранее его считали планетой-убийцей Нибиру. Теперь он получил прозвище «Монстры из космоса». Астрономы высчитали, что в 2029 году он окажется максимально близко к Земле, на расстоянии в 38 тысяч километров. Еще одна дата вероятного апокалипсиса – 13 апреля 2036 года. Ждем новых сообщений о конце света. На этом все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пиши свои комментарии. Чтобы не пропустить новые видео, жми на колокольчик.